Сегодня 90-летие со дня создания воздушно-десантных войск. Мероприятие подготовлено для ребят, для ветеранов, которые служили в воздушно-десантных войсках, которые защищали Родину. И сегодня десантники защищают окраины Донецкой Народной Республики. Хочется поблагодарить этих ребят и, конечно же, вспомнить о тех, кто отдали жизнь за Родину во многих вооруженных конфликтах. Десантура в душе, в этом вся наша сила. Словно в стропах мечта с парашютом раскрылась. Отвечаем мы есть, выполняем приказ. Наш гвардейский десант, никто кроме нас. И когда силы зла нас опять окружают, нам Маргелова дух выживать помогает. Дяди Васи войска не отправить в запас. Значит, для вас вот этот праздник, вот поделитесь своими мыслями. Эпоха целая, можно сказать. Вот вы попасть. Вот Днем ВДВ поздравить вас, ребята. Для каждого ответственность и честь. Вы сильные и храбрые солдаты. И нам спокойней знать, что вы у нас есть. Никто, кроме нас, для крылатой пехоты. Не просто слова, это жизни девиз. Всегда там, где трудно, десантные роты приказ выполняют, летя с неба вниз. За веру и доблесть, везение, ребята, десантное братство за вас, ВДВ. Пример и мечта для любого солдата. Вы рыцари неба. В народной молве. И сегодня, в 90-летие, я вспоминаю, когда я был молодым солдатом, а ВДВ было всего 50 лет. Вот. И никогда не думал, что будем праздновать 90 лет в Горловке, и я буду выступать как председатель Совета ветеранов и так далее. Огромное спасибо всем ветеранам, всем гостям, которые приехали поддержать нас в этом празднике. Спасибо большое юнармии, которая нас поддерживает, учится у нас. И в этот день я желаю всем горловчанам мирного неба и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо. Мы гвардейский десант, никто кроме нас. Чтобы мир согревался лучами любви, мы преградой стоим, не отдав высоты. И в разведку атаку идем каждый раз. Победа за нами, никто кроме нас. Нам судьбою досталась мужская работа. Мы крылатая нашей отчизны пехота. Главное на службе. Помнить о доме, о мамке, о родных, о близких. Вот это, мне кажется, самое главное. Ну а так, ну как, служба и служба. Самое главное – братство, понимание друг друга. Не бросать в беде – это основное. Ну и быть храбрым, смелым. Ничего не бояться надо, потому что Родину защищать – это не поле перейти. Поэтому все наше братство, десантура – это небо, храбрость и защита наших людей, детей, матерей. Вот и все.